приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу про кофемашину Krups EA811-810. После просмотра поделитесь мнением в комментариях и поддержите канал лайками. А чтобы не пропустить выход нового ролика, рекомендую вам подписаться на канал и активировать колокольчик для уведомлений. В описании под видео мы оставили подборку ссылок на магазины с лучшими ценами и актуальным наличием. Krups Arabica – это компактная автоматическая кофемашина с бескомпромиссными стандартами качества, которая готовит насыщенный и глубокий кофе легко и быстро. Попробуйте потрясающий эспрессо, кофе лонг и другие напитки прямо у себя дома с помощью компактной и в то же время вместительной кофемашины. Простая и надежная кофемашина с усовершенствованной технологией Krups Quattro Force поможет вам раскрыть настоящий вкус кофе в его истинном проявлении и приготовить потрясающие кофейные напитки с богатым вкусом и ароматом. Благодаря своим габаритам 24 на 36 на 33 сантиметра, этот девайс не займет много места даже на небольшой кухне, а запатентованный необслуживаемый термоблок, который не нужно вынимать, исключает риск случайной поломки и увеличивает срок службы прибора. Уникальная система Krups Quattro Force оптимизирует каждый этап приготовления кофе от зерен до последней капли в кружке для получения превосходного кофе. Регулировка степени помола позволит вам изменить выбранный напиток по вашему вкусу, от крепкого и насыщенного эспрессо до мягкого кофе лонг, а контроль за температурой поможет сделать ваш напиток совершенным. Паровое сопло внесет финальный штрих в любой кофейный напиток, помогая создать непревзойденную молочную пену. Для большего удобства и гигиеничности сопло легко чистить после каждого использования. Этот умный прибор оснащен функциями автоматической промывки, очистки и удаления накипи с индикацией необходимости, благодаря чему поддержание чистоты устройства не потребует много времени и сил. Все кофейные отходы собираются в отдельный контейнер, так что вам не нужно будет выбрасывать жмых после каждого использования. Опорожнение происходит раз в 14 циклов. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Неудобно расположен резервуар для воды. Теперь перейдем к положительным. Компактная, готовит вкусный кофе. Французская сборка. Вкус, насыщенность и стойкая пенка. Варочный блок сделан полностью из металла. Простота в использовании. Машина не требует особого ухода за собой. Не собирает отпечатки пальцев на корпусе. Вода тратится только на приготовление кофе. Хватает на 10 кружек приготовления эспрессо. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. Также напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».